Честно признаюсь, конечно же, все картинки были утащены из интернета, потому что, ну, идея была очень простая, и для ее реализации, если бы я взяла там что-то сама отрисовывать, особенно с своими кривыми руками, игра бы никогда не вышла. Так что, если вы вдруг узнали свою картинку, большое спасибо. Игра не коммерческая, а для учебных пользований. Афиневины представляют Таверна судьбы. Добро пожаловать, путник. Как тебя зовут? Мне не нравится этот мужик, поэтому я не буду говорить ему свое имя. Ну, и вали тогда отсюда, привереда. Вот так вот. Хотела пококетничать, а меня выгнали. А вы были невежливы, и потому вас выкинули из таверны. А ночью выпал снег, вы попытались согреться в сугробе, но вас съели волки. Попробуйте еще раз. Ничего, мы не гордые, мы зайдем еще раз. Ну, давайте представимся. Допустим, Это слишком сложно для меня. Я буду звать тебя Элеонора Кулюка. если вы видели наш аккаунт футки, да, то вы понимаете, что это за Элеонора. Хочешь сыграть Элеонора Кулюка? А чего бы и не сыграть? Я загадываю число от 1 до 9. А ты должен угадать его с 3 попыток. Я загадываю 5. Угу, меньше тогда. Допустим, 2. Больше. 3 или 4. Ну, допустим, 3. А, не угадала. Так, еще раз. Для получения второй концовки нам нужно выиграть у него. 4. Угадала! Вот тебе подарок. Мой старый ржавый меч. Я считаю, отличный подарок. Сыграем еще раз? Да. Чего бы и не сыграть. Шесть. Меньше. 3. Еще меньше, 1 или 2. Допустим, 2. Не угадала. Ничего, мы обыграем его. Ладно, будем придерживаться первоначальной тактики. Угадали. Угадала? Вот тебе подарок. Мой старый шлем. Угадала? Вот тебе подарок. Мой старый ботинок. Правда, один потерялся. Я отдал тебе все свои старые запасы. Иди же и защити этот мир. А вы вышли из таверны с желанием совершать подвиги. Но за ночь выпало много снега, вы провалились в сугроб и были съедены волками. А как хорошо все начиналось. Шутка. Thank you.
выданном снаряжении вы добрались до ближайшей деревни и совершили множество подвигов. Наверное. Но это уже совсем другая история.